продолжаем экскурсию по Ватикану. Зал Рафаэля, станция Константина. Вот фреска на потолке, 16 век, ученики Рафаэля. Но есть религиозная история вот об этом шедевре. Нас интересует оптическая иллюзия, которая присутствует на картине. Куда бы мы ни двигались, вся проекция будет смотреть исключительно на нас. То есть немногие обращают на это внимание. Интересно, что вот этот гид, который в наушниках, тоже об этом мало что говорит. Он сам начал пройти, и тоже оно будет все двигаться. Смотрел, так и не понял, за счет чего. Но тем не менее, факт остается фактом. Вы можете наблюдать это на экране. Мы обошли полный круг.